Завершился первый этап нашего конкурса «Задоринки по-ангарски». По результатам голосования на сайте actistv.ru в первый полуфинал вышли 10 задоринок. Это забавные видео, фото с изображением нелепых надписей, ценников и многое другое. Автор одного из роликов – Андрей Карнаухов, ученик 5 класса школы номер 19. Голосование за его работу сейчас в самом разгаре. Ну, мы там с друзьями смеялись там и... Мы придумали это видео. У нас там на даче стоял этот столб железный. Шлем был такой, каска. Ну, выбрали друга. И он разбежался. Ударился головой. Конкурс «Задоринки по-ангарски» продолжается. Присылайте нам забавные истории жизни, фото и видео. Подведение итогов и награждение победителей состоится 30 декабря в нашей информационной программе. Тройка призеров, которых предстоит выбрать известному сатирику Михаилу Задорнову, получит подарок его книги с автографами.